Нет, я никогда не могу сказать, что Мутко молодец. Как бы, понимаешь, по поводу спорта, да, Мутко молодец, то, что открывается огромное количество залов, стадионов в преддверии чемпионата там, и мира, и Европы, и в разных федерациях. Но самое страшное, то, что мы сейчас, конечно, потеряли во время Олимпиады паралимпийское движение. Но я всегда говорил честно, я на Первом канале сказал, я говорю, ребят, вы же знали, что можно писать заявки на допинги за год, за два, за три. Люди все делали правильно, да, они не обманывали никого, они пришли в ад и сказали, что мы... А мы сейчас, а вот они, вот одни можно, а нам нельзя. Так, ребят, ну извините меня, а кто вам-то мешал? Кто вам мешал, то, что надо было писать заявку за год, за два, за три? Да, мы писали 25 отказов, ребят. Статистика, это я за каждое слово отвечаю. Американцы только за один год пишут 400 заявок. А немцы пишут 300 заявок ежегодно. Из 400 кому-то именно дают, может быть, из 400 кому-то шестерым, пятерым дают. Но они же пишут, и они официально приходят в ВАДА и говорят. Значит, тут система такая. Сейчас, конечно, под угрозой стоит зимняя Олимпиада в Корее. Но сейчас наступает работа юристов. Ребят, если вы профукали, если вы не доработали чего-то, значит, ребяточки, у вас время уже немного остается. Работайте, работайте, потому что опять, если возвращаемся рожденные в СССР, у нас политика была спортивная, спорт – это политика. Если ЦСКА, мы со Славой Фетисовым разговариваем, он говорит, не дай бог, если вы проиграете, вы решитесь своих воинских званий, вы решитесь вообще всего. Понимаешь? И здесь тут, конечно, да, конечно, история такая. Здесь история и пряника, и кнута. Но то, что сейчас его избрали в РФС, ну, я, конечно, не согласен. Я, конечно, думал, что Газаев будет. Но все-таки, если он начал это дело строительства стадионов, подготовки все-таки к чемпионату, то я думаю, что он должен довести. Да нет, самое, что интересное, ни в одной стране мира нету Министерства спорта. Вот, к сожалению. А у нас оно есть. Но, ребят, дай бог работайте на народ.